Документы есть, Олег? Нет. А в машине? Это не моя машина. Знаете, вот ваша. Ну он же помог тебе. Моя. Лещ, карась, ну. Сколько здесь рыб примерно? Сколько? Давно поставили сетку. В рамках операции «Нерест» сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Алексеевскому району задержали местного жителя, который осуществлял незаконную ловлю рыбы при помощи сети на особо охраняемой природной зоне реки Кама около села Березовая Грива Алексеевского района. В ходе осмотра полицейские изъяли 47 разных видов рыб и орудия лова. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконная добыча водных биологических ресурсов. Кроме этого, в середине мая сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержаны двое жителей Казани, которые в акватории реки Кама осуществляли незаконный лов рыбы с использованием надувной резиновой лодки и рыболовной сети длиной 120 метров. В ходе осмотра изъята рыба, а также орудие лова. Все изъятое направлено на экспертизу, по итогам которой будет определен причиненный ущерб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.